Здравствуйте, с вами Бобер. Всем вам известна франшиза Mortal Kombat. И многие знают, что создатели в целях того, чтобы название как-то выделялось, сделали намеренную ошибку, заменив в слове Kombat букву C на K. Но немногие знают, что существует мультсериал, в котором создатели поступили точно так же, поменяв те же самые буквы в слове Insectors. Итак, насекомусы. Давным-давно черная планета была заселена расой насекомых под названием берки, которые жили во мраке и никогда не видели солнечного света, да и всех цветов радуги. Проживали в шахтах, добывая уголь для своего существования. Но в один прекрасный день на планету падает метеорит в форме призмы, который мог излучать различные цвета, и место падения метеорита сразу же озарилось яркими красками, и в пустынной местности стали расти цветы. Часть берков решила поподробнее узнать об этом явлении, но попав под излучение призмы, приобрела индивидуальную раскраску и, убедившись, что метеорит не представляет никакой угрозы, а даже наоборот делает жизнь светлее и радостнее, решила остаться в долине света, назвав себя Джойсами и сделав из метеорита памятник поклонения. Оставшаяся часть берков предпочла придерживаться старого образа жизни, оставаясь темными монохромными насекомыми, развивая науку, а также работая в шахтах, и обосновалась в гнилом дне, сделав из него боевую крепость. Но со временем залежи угля иссякли. Тогда король берков смекнул, что для получения тепла вполне можно использовать стебли цветов. И сперва тайно, а потом уже и в открытую начал воровать эти самые стебли, тем самым уничтожая сады, выращенные Джойсами. Так началась война между жителями Долины Света и Гнилого Пня. А кто из них победит, зритель узнает, посмотрев данный мультсериал. Сериал вышел в 1994 году и состоял из двух сезонов по 13 серий в каждом. Отличительной его особенностью от других мультфильмов своего времени было то, что хронометраж каждой серии насчитывал всего 12 минут, включая титры, за исключением рождественского спецвыпуска, который длился 30 минут. И каково же было мое удивление, когда в поисках информации я узнал, что известная всем повторная загрузка была не первым компьютерным сериалом, как думают многие. Оказывается, ребут был первым 3D-сериалом, выпущенным в Северной Америке, а в Европе до него уже были подобные сериалы. Насекомусы уже пятый по счету, а повторная загрузка вышла позже него. Каждый эпизод имеет собственную историю, но все события протекают на фоне плавно развивающегося сюжета, но бывают и сдвоенные серии. Это касается первого сезона. Во втором сюжет имеет линейную последовательность, где каждый эпизод является продолжением предыдущего. Хотя, если бы не было обозначено, что мультсериал разделен на сезоны, то вполне можно принять за единый сериал. Но прежде чем говорить об особенностях, давайте по традиции пробежимся по персонажам. Джойсы – красочные, жизнерадостные насекомые, любят веселье, выращивают цветы и собирают урожай в виде пыльцы, которой подпитывают великую призму. Фульгор – насекомое, чем-то напоминающее муравья. Был оставлен родителями и впоследствии усыновлен великим мастером Джойсов. Сообразителен и находчив, но часто поступает необдуманно. Желает узнать тайну своего рождения. Имеет электрогитару, стреляющую разноцветной пыльцой. Аэлия – бабочка, дочь великого мастера и сводная сестра Фульгора. Умна и сообразительна, ученый, часто помогает отцу в научных исследованиях. Имеет любовные чувства к принцу берков Ацилию. Великий мастер – бабочка, отец Аэлии и отчим Фульгора, талантливый ученый, но для создания своих изобретений часто использует магию или священные писания. Дальтонио – зеленая муха, помощник великого мастера, главный паникер Джойсов, путает цвета, пессимист, в разговорах по три раза повторяет одну и ту же фразу. Светляк – механический робот со встроенным прожектором в животе для освещения местности, разумен, общается посредством пищащих звуков. Патибус – робот в форме коня, очень быстро, умеет летать, так же как и Светляк, общается посредством гудков и писков, лучший друг и помощник Фульгора. Остальные жители Долины Света – пчелы. Из вооружения у Джойсов были уже вышеупомянутая электрогитара, механические стрекозы, динамит, взрывчатка, разбрасывающая цветную пыльцу, а также большая призма, светящийся разноцветный куб, находящийся в высокой башне, являющийся источником энергии, питающей ей всю цветочную долину, может создавать голограммы, а также разговаривать, однако и сама нуждается в питании, а именно в нектаре так называемого цветиса семи Цветиуса, который растет только на колючем болоте. Берки – одноцветные насекомые темных тонов, проживают в гниющем пне, боятся холода, используют стебли цветов в качестве топлива. При попадании на них цветной пыльцы подвергаются безудержному смеху. Ввиду долгого нахождения во тьме утратили способность летать. Королева Бакракра – богомол, жестокая правительница берков, не имеет чувства сострадания. Единственный, кому она относится благосклонно – это ее сын Ацилий. Да и тот часто вызывает у нее приступы гнева.
Дьявола, не любит цветы, любит тепло. Принц Ацилий, наследник престола Берков, единственный из них, кто любит цветы, хорошо роет тоннели, верный друг, всегда поможет товарищам, попавшим в беду, испытывает любовный интерес к Аэлии. Лорд Крабо, таракан, премьер-министр Берков, жесток, эгоистичен, вечно недовольный, постоянно ворчащий, всегда пытается угодить королеве, однако сам мечтает завладеть троном и стать верховным правителем Берков. Критиниус, долгоносик, неуклюжий, слабоумный помощник Крабо, пытается угодить своему начальнику, однако в душе очень добрый и стеснительный. Генерал Рогатус, жук, военный министр Берков, очень высокомерен, является неплохим стратегом, плохо играет на музыкальных инструментах, чем вызывает у королевы неописуемую радость, которая испытывает любовные чувства. Технократус, ученый, главный инженер Берков, постоянно изобретает военные машины, но ввиду неумения ими управлять другими Берками, все его изобретения выходят из строя. Кравчик и Кабуш, главы службы безопасности, спецназовцы, а по совместительству основные пилоты и летчики-испытатели, первый повыше, второй пониже, отличаются недалеким умом и часто попадают в комичные ситуации. Стражи, два брата жуков-носорогов, охраняют вход в крепость, туповаты и часто отвлекаются на всякую ерунду при выполнении своих непосредственных обязанностей. Протокол, майский жук, одетый в стиле древнего Египта, представляет всех, кто появится в королевском зале, иногда даже без необходимости. Оставшиеся жители гниющего пня – жуки и букашки. Так как берки в своих научных исследованиях использовали знания, а не магию, то и вооружение у них было больше, чем у джойсов. Черный ящик – устройство, нейтрализующее цветовой эффект, возвращает берков, попавших под влияние пыльцы, в обычное состояние, обрабатывая их сажей. При работе на полную мощность может лишить цвета джойсов, тем самым превратив их в берков. Печь – камин, созданный для отопления гнилого пня. Топливом для него служат стебли цветов. Помимо этого, печь препятствует воде затопить город, а также используется для активации черного ящика. Внедорожник – двуногий шагоход, использующийся для перемещения по пустыням. Ква – боевая машина в виде лягушки, управлялась двумя пилотами, использовалась в качестве военной техники, а также в качестве сборщика стеблей. Бурильня – подземная машина, способная прокапывать тоннели, попутно под корень вырывая все цветы. Жуколет – двухпилотная бортовая машина, имеющая вращающиеся пилы для обрезания стеблей цветов, также может собирать пыльцу посредством пылесоса. Кар – также двухпилотная боевая машина, напоминающая птицу, созданная для ведения боевых действий и полета. Спарки – машины, определяющие наличие цветов по запаху. Все боевые единицы полностью невосприимчивы к действию цветной пыльцы. Помимо них на вооружении имелись ховербайки, патрульные мотоциклы, которыми в основном пользовались Кабуш и Кравчик, а также аналоги гитары Фульгора, только стреляющие сажей. Но в отличие от красок, сажа не вызывала смех, а наоборот вызывала депрессию у джойсов. Огромная лазерная пушка – устройство, способное изменять погоду. Калькулятор – устройство защиты, способное на расстоянии определить наличие джойса, а также имеющее автоматическую лесорубную систему. Сериал имеет детскую направленность и будет интересен детям примерно до 12 лет. Подросткам же он может показаться немного наивным и глуповатым. Ну а нам, лютым олдскульчикам, конечно же, его вполне можно посмотреть в ностальгических чувствах. Вообще, ввиду малого хронометража, чтобы не забивать сетку телевещания, я бы использовал данный мультфильм в качестве мультблока в какой-нибудь детской передаче, например, «Спокойной ночи, малыши». Несколько минут Хрюша со Степашкой поговорили бы, а затем мультфильм. В пользу детской направленности говорят несколько фактов. Это прямой сюжет, то есть берки начинали вырубать цветы или похищали кого-то из джойсов. У Фульгора сразу же рождался какой-либо план, он летел к неприятелю и выручал друзей или разрушал все планы соперника. Вот и все. Плюс к тому, чтобы дети особенно не путались, действие проходило всего в четырех локациях. Цветочная долина, гнилой пень, пустыня и колючее болото. Добавлю, что несмотря на то, что идет война, убийств не было вообще. Даже если кто-то из героев падал с огромной высоты, он либо чудом выживал, либо использовал лепестки цветов в качестве парашюта. А оружие, как я говорил, либо вызывало приступы смеха, либо тоски. Однако это касается оригинальной французской версии. Существует еще и британская версия сериала, в которой были полностью изменены диалоги и добавлены шутки на злободневные темы, касающиеся Англии начала 90-х годов. А эту версию уже можно смотреть и подросткам. Но несмотря на все вышеперечисленное, персонажи все-таки имели какое-никакое раскрытие. Со временем понимаешь, что великий мастер только говорит умные слова, а на самом деле ничем от остальных джойсов и не отличается. Просто в его распоряжении имелась библиотека, откуда он черпал знания. Или берки были не такими уж и плохими, и при общей опасности, например, приближением кометы, объединялись с джойсами. Да и
совесть с чувством справедливости для них чуждыми не были, когда они соглашались устроить поединок или провести демократический суд. Развитию были подвергнуты только Фульгор и Ацилий. Первый изначально был озорным большим ребенком, всячески подразнивая Аэлию, называя ее Ай-Ай-Ай. Но как только та спасла ему жизнь, так сразу же перестал отзываться, даже стал испытывать к ней чувство благодарности. Второй же показан не как взрослеющий парень, а как человек, точнее сказать насекомое, собирающийся начать жизнь с чистого листа, переехав из одного места жительства в другое, в частности из темноты во свет. Присутствовала и любовная линия. Сперва думаешь, что Фульгор и Аэлия будут парой, затем появляется принц Ацилий, и уже внимание сосредоточено на них. Но так как это детский сериал, то никаких интриг здесь нет. Фульгор просто отходит в сторону, и главной его целью становится отыскать своего отца. А вот его поиски представляют для зрителя наибольший интерес. Что же касается любви, то здесь она просто обозначена. Никакой пошлости, никаких поцелуев, даже моментов романтики, когда герои держатся за руки, практически нет. Но как бы то ни было, все герои получились живыми и запоминающимися, и за каждого переживаешь по-особенному. Что за погрустневшим Фульгором, что за депрессивным Кабо, что за влюбленным принцем, да даже нытик Дальтонио ни капли не раздражал. И вообще, надо отдать должное создателям, которые вложили в персонажей душу. Буквально с первых же кадров понимаешь, согласно описанию, приведенного мною выше, что Крабо злой, Кретиниус тупой, но добрый, Технократус умный, а Кабуш и Крабчик хоть и ссорятся часто, но остаются лучшими друзьями. В начале ролика я упоминал про Mortal Kombat, а именно про замену буквы C на K. Но если в названной франшизе было изменено только название, а буква K нигде больше не фигурировала, а символом серии был дракон, то в данном сериале K имела большое значение, а именно использовалась в виде эмблемы берков. Она была на всех машинах, на воротах крепости, да даже печать была в виде этой буквы. И она стала настолько запоминающейся, что если в какой-нибудь викторине увидишь этот логотип, то непременно скажешь, что он из насекомусов. Конечно же, в сериале полно детского юмора, связанного с неуклюжестью персонажей, а также с их диалогами. За исключением шестой серии, где рассказывается история возникновения Великой Призмы, диалоги существенной смысловой нагрузки не несут, зато полны шутками, опять же детскими, чего стоит только обращение подчиненных к Рабо. Да, ваша злобность, да, ваше слабоумие, да, ваша необразованность и так далее. Отмечу, что все растения назывались в латинском стиле. Кто изучал ботанику или любую другую науку, где использовался латинский язык, поймет. Анимация в сериале полностью компьютерная и для современного зрителя покажется немного устаревшей. И если к немного чудаковатой походке героев из повторной загрузки надо было немного привыкнуть, то здесь играют главную роль насекомые, и их неуклюжие движения сделают сериал только забавнее. Касаемо задников, то здесь, как и во всех первых компьютерных мультфильмах, она получилась не очень. То есть задники смотрятся отдельно, а персонажи отдельно. Зато в лучшую сторону могу отметить контраст между цветочным городом и гнилым днем. Четко видна разница между мрачным и ярким миром. Звуковые эффекты также сосредоточены на детской аудитории. Например, взрывы были заменены на хлопки. Сериал одновременно можно назвать оконченным и неоконченным. То есть судьба героев пришла к своему логическому завершению. Однако война между берками и джойсами так и не была закончена. И вполне можно было бы снять еще один сезон, но уже с новыми персонажами, оставив только Верховного Мастера и Королеву Бакракру. Но и этого не произошло. В общем, имеем неплохой сериал, который будет интересен в первую очередь детям. И им можете смело его показать, не разочаруются. А вот моим ровесникам, которые в детстве его не смотрели, просмотру не рекомендую. Просто вы вышли уже из того возраста. Моя оценка 7 из 10. Если вам понравится ролик, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и вместе вспомним еще не один интересный, но почему-то забытый мультсериал. На этом все. С вами был Бобер. Спасибо за внимание.